Всем привет, Измайловский парк. И сегодня у нас миссия диспансеризация. Найти палатку здоровья и пройти диспансеризацию. Проверить свое здоровье для того, чтобы обезопасить себя в будущем. Если ее проходить хотя бы один раз в год, то можно избежать довольно-таки много проблем со здоровьем. Но это все равно, что ТО для автомобиля. Когда ты заезжаешь на СТО, меняешь фильтры, масло, тормозные колодки там, вот, и продлеваешь жизнь своего механизма автомобильного. То есть для человека это то же самое. Сделать определенные замеры, выводы, из этого уже делать потом. Вот по таким указателям легко найти павильон здоровья в любом парке. А так они еще бывают возле метро или на карте Яндекс.Карты. Вот он, заветный павильончик, в котором и буду делать все анализы, проходить ТО. В общем, я по парку дольше шел, чем делали все это мероприятие. В общем, потраченные 15 минут на забор крови, на холестерин, на содержание сахара, УЗИ щитовидной железы сделали. Сказали, что все нормально. Единственное, что это повышенное давление из-за того, что я выпил уже две чашки кофе перед тем, как туда пойти. Вот. Но по сахару все нормально. Вот, со щитовидкой тоже все good. Так что как-то так. Все нормально. Обращаем внимание на жареную пищу. Поменьше жиров, побольше овощей. Да и все. Ходить 10 тысяч, как и раньше. До следующего ТО. В общем, как-то так. Кому интересно, на карте можете загуглить и пройти самостоятельно. Возможно, даже в своем городе. Удобно, не нужно толкаться в поликлинике среди бабок, ждать очереди и всего остального. С утра пошел, быстро сделал и ушел. Как-то так. Всем пока.